Привет, с вами Роллинг Мото, и сегодня мы поговорим об инновации в мире впускных систем для двухтактных и четырехтактных мотоциклов. Сегодня наша речь пойдет о карбюраторах XTNG. Система впуска влияет на общую работу двигателя, и важно правильно подобрать систему впуска для вашего двигателя. Но что, если вы хотите получить большую мощность и идеальную подготовку смеси в любых условиях? Это видео для вас, смотрите его до конца, будет интересно. Карбюраторы XTNG подготовлены для установки как на двухтактные, так и на четырехтактные двигатели, и его главной особенностью является полное отсутствие жиклеров топлива в воздушной смеси. Так почему же это лучше? И первым неотъемлемым преимуществом является полный уход от стандартной настройки. Вам больше не придется подстраивать двигатель под температурные значения или же обогащать смесь при езде по горам. Все это сделает сам карб. Все, что вам необходимо сделать для обеднения или обогащения смеси во всем рабочем диапазоне, это отрегулировать специальный измерительный шток, выступающий взамен стандартной для всех карбюраторов иглы. Данная система впрыска топлива меньше подвержена загрязнению от некачественного топлива и нестерильной системы питания, что сильно облегчает процесс эксплуатации, а также увеличивает рамки технического обслуживания агрегата. За счет распределения смеси по закону Бернули, это уменьшение диаметра выходящего отверстия в сравнении с входящим. Система получила прирост мощности аж на 10-15% в сравнении со стандартными системами питания, а также улучшила отклик мотоцикла на резкое открытие дросселя. Ни черта не понял? Я тоже. И не нужно. За нас все придумала уже компания XTNG. Правильное распределение смеси также положительно повлияло на расход топлива и снизило его на 15-20%, что очень важно, особенно для двухтактных двигателей. В верхней части мы видим винт охлаждения выпускного тракта во время максимальной нагрузки на двигатель. За счет прозрачной поплавковой камеры вы спокойно сможете определить наличие конденсата или грязи в карбюраторе после долгого простоя или серьезных покатушек по болотам, а также проверить высоту поплавковой камеры. Кстати, данные карбюраторы не переливают при опрокидывании и долгом простое в горизонтальном положении, что серьезно облегчает жизнь во время хард-эндуро заездов, где мотоцикл часто бывает в таких ситуациях. Абсолютно каждый карбюратор проходит тщательную проверку вручную, о чем и гласит сервисный каталог, идущий с каждым карбюратором XTNG. В комплекте с карбюратором идет специальный трос газа. Кстати, во время установки возможно понадобится замена ручки газа. Будьте внимательны. Топливные шланги, а также топливный фильтр. Сама же установка не займет много времени, зато серьезно изменит поведение вашего байка. Уверен, что это интересный вариант доработки твоего мотоцикла. Если хочешь порадовать свой мотоцикл тюнингом или вообще решил приобрести себе новый мотоцикл, заходи на наш сайт www.rollingmoto.ru и заказывай все, что душа пожелает. Следи за самыми свежими новостями в мире эндуро в наших социальных сетях. И будь в теме вместе с Роллинг Мото. С вами был Кирилл Дригин. До новых встреч!